Жителям дома 34 на 4-й линии живется, мягко говоря, не сладко. Протекавшую крышу заменили своими средствами еще 4 года назад. Скидывались отдельно. Говорят, так сказали в ЖУ. Мол, материалы на вас, а ремонт сами сделаем бесплатно. Теперь речь зашла о трубах. Только за эту зиму было 5 серьезных аварий. Жильцы этого дома неделями живут без отопления и горячей воды. Главное, что беспокоит, это то, что они не реагируют вот на подвал. Что трубы все, практически все, сгнившие. И вот сейчас начнется отопительный сезон, я вообще не представляю. Тепла в квартире нет. Почему? Потому что, ну, что может дойти, если там внизу все тепло выходит на улицу. Ну, у нас дом в аварийном состоянии. Надо, конечно, менять трубы, вот, вывозить оттуда всю грязь, вонь эту, и засыпать песком. А кому это надо? За что мы содержание жилья платим? Вот, а содержание жилья, это, конечно, серьезное дело. Я вот плачу, наверное, около 2000. У меня трехкомнатная квартира. А так за жилье я плачу 8000. Вот. И капремонт, да, все это все в одном, как говорится, капремонт. 8000 я плачу. Пенсия моя уходит. На что мне жить? Собственно, на этой почве жители даже успели между собой повздорить. Одни действительно готовы опять скинуться на материалы для ремонта, как сказали в ЖЭУ. Другие просто не могут сделать этого материально. На однушку около 1000, трешка, соответственно, около 3000 рублей. Пока своими средствами готовы пожертвовать только 2 первых подъезда, но этого недостаточно. Я предлагаю не ждать до 33 года, когда наш дом уйдет под воду, и у нас из подвалов, и вот жители первого этажа, у них дышать невозможно. Девушка, а почему мы должны? Мы платим содержание? Мы платим, я согласна, что мы все платим, и я считаю это несправедливо, но если нам ЖЭУ предлагает какой-то вариант, я предлагаю все-таки пойти навстречу и ЖЭУ, и нам же это плюс будет большой. Если нам в этом году сделают, или мы будем добиваться какие-то письма писать, непонятно куда. За разъяснением ситуации мы обратились в управляющую компанию. Со слов директора, организация производит только текущий ремонт отдельных участков трубопровода. Например, поставить хомут и залатать место течи. Ремонт больших участков может производиться только по программе капитального ремонта, но он в планах на этот дом аж в 2033 году. До назначенного срока, как говорят жильцы, они просто уйдут под воду. Сейчас страдает не только отопление и горячая вода, не работает ливневка, дождь затопляет подъезды, крыша снова протекает, также есть проблема с канализацией. Мы видим, что сейчас в подвале еще не до конца просохло, запах неприятный еще стоит. Последний раз здесь трубу прорывало 3 недели назад. И воды, уровень воды был вот до сих пор. Все это текло вплоть до подъезда. А зимой здесь стабильно прорывает трубу раз в неделю. Сейчас жильцам предлагается написать заявление для того, чтобы сдвинуть сроки капремонта на более ранний срок. Это возможно в соответствии с постановлением правительства Рязанской области. Вопросом занимается Минтек ЖКХ. Нам рассказали о том, что нужно сделать. Ну, это большой комплект. В первую очередь должно быть, в первую очередь, и самое основное, значит, собственникам инициировано проведение собрания, общего собрания. На общем собрании избрать заявителя. Согласно данного протокола, который будет оформлен, и решение собственников, заявитель имеет право по установленному образцу написать заявление, подать его, приложить при этом протокол собрания, решение собрания, и, соответственно, подать это в Минтек ЖКХ. Это постановление правительства Рязанской области номер 47 от 16 марта 2016 года. А такие случаи уже были, когда передвигались сроки ранее, утверждали? Да. В управляющей компании нас заверили, что с документами они помогут. Самый неприятный момент здесь – делать все приходится самим жильцам. А ведь у людей есть семьи, работа и масса личных дел. Теперь к ним еще и прибавился дом в аварийном состоянии.